Здравствуйте, мои дорогие подписчики, подписчицы, мальчики и девочки, а также гости канала Шалундрики. В этом видео мы с вами соберем еще одну железную дорогу и отправимся в веселое путешествие. Игрушка принадлежит компании Joy Toy с артикулом 2130. В комплекте 56 деталей и должно быть 3 человечка. Все детали и сама железная дорога являются аналогом Лего Дупла и полностью совместима с деталями именно Лего Дупла. И внешне выглядит почти один в один. В комплекте сам локомотив, грузовой вагончик и, как мы видим, здесь должна быть еще заправочная станция. И дорогу мы с вами можем получить длиной 72 сантиметра и высотой 58 сантиметров. У коробочки есть ручка, благодаря которой можно ее легко перенести с места на место. И здесь как раз перечислено все то, что входит в комплект. На обратной стороне этой красивой и яркой коробки изображение как раз-таки самой железной дороги. И то, что, наверное, мы должны получить в итоге. Поэтому предлагаю приступить к распаковке и сборке этой игрушки. Четыре пакетика. Здесь мы видим сам поезд и детали для него. В одном пакетике у нас железнодорожные пути, и они серого цвета, как у Лего Дупла, только который был ранее. Сейчас у Лего Дупла светло-серого. Видимо, это сам локомотив, потому что здесь кнопочка включения. И здесь же отсек для батареек. И предлагаю их сразу установить, а потом собирать. Понадобится 3 пальчиковых батарейки. Все работает. В комплекте нет никакой инструкции, поэтому нужно собирать так, как было на упаковке. Локомотив готов. Очень даже симпатичный и яркий. Ранее нам встречались похожие паровозики, но они были в желто-синих оттенках, а это зеленый с желтым. Но смотрится красиво. В комплекте человечек. Наверное, это будет заправщик. Еще один точно такой же, только в красной кепке. Тоже симпатичный. Ну а это машинист поезда. И поезд этот грузовой. И перевозит он топливо. Ойл. Это дерево. Элементов не так много, 3 человечка. Вот такая небольшая клумба у меня получилась. Светофор и заправочная станция с домиком. И, конечно, дерево для декора. Осталось собрать саму железную дорогу и отправиться в путешествие. Железная дорога готова. Осталось на нее поставить наш поезд. Запускается поезд при помощи кнопочки. Соответственно, едет он только вперед, назад он ехать не может. Для того, чтобы поезд остановить, нужно также нажать на эту кнопочку. И для того, чтобы отправиться в путешествие, нужно посадить машиниста. Вот этого замечательного, милого человечка. А теперь пора в путь. Для того, чтобы заправить поезд топливом, достаточно поднести шланг. И теперь можно снова в путь.
такая яркая и красивая железная дорога. Все то, что очень нравится деткам. А так как она совместима с Лего Дупло, поэтому если есть что-то аналогичное или другие аналоги Лего Дупло, и можно построить дорогу еще больше и внести разнообразие в нее при помощи других элементов. Хоть и написано от 3 лет, но интерес будет уже и в 2 года. Это однозначно. И причем они смогут в этом возрасте уже играть самостоятельно. Нажимать на кнопочку, следить за поездом, заправлять его, придумать какие-то маленькие сценки, задания для человечков для поезда и снова запускать и наблюдать за процессом. На этом наше видео подошло к концу. Надеюсь, было интересным и увлекательным. А если это так, то поддержите лайком и поделитесь своим мнением в комментариях. И, конечно, подписывайтесь на наш канал. Впереди много всего интересного из мира игрушек и не только. На этом прощаюсь. Всем спасибо и пока-пока. До новых скорых встреч. Увидимся на канале Шалундрики.